Всем привет! Сегодня 22 августа. Вчера у нас ходить в кафе не получилось, потому что сперва Тимоха с утра, потом уже перед самым метровым, потом уже Матвей. Стало их пошли точно. Отравились или что, или как-то солнце, может быть, казалось. У меня есть такое это мнение, мы в воскресенье с моей вот, как бы сказать, господи. То есть моя ошибка была, мы там набрали там бутылочку воды, то есть, ну, которая стекала пруд, значит, по шлангу. Сделал черепашки. Я набрал этой воды, она на вкус была вроде как это хорошая, не пахла, да еще и холодная. И вот, наверное, может быть, мы этой водичкой отравились. А я еще сегодня себя чувствую с утра как бы плохо тоже, потому что, то есть, возможно, я вчера все-таки не упустил шанса выпить и смешал это вино с пивом. Ну, может быть, из-за этого, то есть, может быть, из-за как бы, ну, той же самой-то воды, и, не знаю, мне сегодня целый день, и, короче говоря, лежачий тоже был, в общем, и, эти, значит, дети, ну, Тимохе сейчас, скажем так, не очень это здоровится, потому что он, его тошнило там назад, может быть, часа так полтора, два, ну, но согласился идти на море, но и это окунулся даже. Вот, так что такие дела, мы сегодня больны. Но там Мотька тоже себя чувствует не очень, не сказать, но вроде как поживее, в общем. Вот, мы заметили, стало это выносить на берег, значит, водоросли. Это, наверное, потому что уже конец августа. Да, да, я снимаю вас, да. Они играют там этот мяч батумский. Ну, эти водоросли, они особо не такого-то масштаба, чтобы как-то серьезно мешали. Хотя вот на пляже, когда мы были это воскресенье, собственно говоря, то есть когда мы шли от Андреевского собора, мы там купались. Вот там как-то уже так водоросли этой тины как-то вымыло, то есть на берег это. Но там пляжи немножко, не все они там это вот убираются. И не все считаются, значит, там, ну, ведомственными, то есть какими-то. И вот мы здесь сидели, там он, не знаю, чей-то он или не чей-то он. И поэтому тина там это вымыла. Вялый, да? Народу сегодня много. Кстати говоря, что дать? На. Тимусь, ты там? Не то спит. Так что как-то так. Ну, заказали вчера шашлыки. Так, ты его не трогай. Не трогай, Матвей. Он сейчас спит, не трогай, он спит. Говоришь, не трогай. Матвей, не понимаешь? И вот вчера заказали тут с полчасика, это самое ждали, заказали шашлыки. Картошка фри, но я это уже показывал. Вроде вкусно. Это Лазуревый берег, кстати говоря, пляж. Я не сказал. Наш старый пляж еще с 17-го года. Да, он чувак, он это летает, или, может быть, девушка на... Как называется, господи, забыл уже. Сабборд. Флайборд, да? Флайборд. А это саламандра, по ходу дела. Значит, теплоходик это приплывает. Мы на нем катались, ну, один раз точно, не помню, может, два? Ну, здесь он сейчас сюда припрется. А он как делал? Он делал, короче говоря, вот у нас был там маршрут такой, он сюда, да. Ай,
потом он, что ли, как бы это сказать, потом он на центральный пляж это забирал, и уже оттуда на, значит, на Просковеевку, ну, где это Скалопарус, там на часочек это высаживал. Видишь, он вот прямо здесь-то, видишь, к этому пирсу, а там... Ну да, да, там да. Почему тут так, вот так? Он высокий очень. Да. Тимофей лежит все время так, в основном. Сперва только это слазил, там искупался, да, Тимош? Народу стало поменьше, уже время, уже 8 час, 7 с чем-то вечера. Севере, на самом деле, на самом деле, совсем сильно. Что, яркость? Да, вода бывает. Оно, как тебе сказать, Таня? Ну, нет, получается, восточный, ну, а привлекает, если его смотреть, так от города выше него, но южнее, как бы. Ну, это надпись, это самое, ну, южнее. Закатик такой прикольный. Это яхта там плывет. А еще солнце на толстом еще мысу еще есть. Остатки солнца там еще есть. Тут как бы у нас уже тень. А на толстом мысу еще вот эти дома, которые там повыше, они еще освещаются. И вот там освещаются тоже дома, которые тут повыше. Формат кулек. Форм-фактор. Кулек. Субтитры сделал DimaTorzok.
ты, жирная морда. Кто-то там сигналит, наверное. Сейчас скоро пойдем домой уже. Собрались мы все. Сейчас пойдем домой. Стемнело. Ну я потом там лезть, но эта фотка размазана, получилось прикольно. 7:40 вечера уже. Саламандра приплывала уже. Нашли себе эту. Собачка. Пойдем. Так, Тань, возьми эти матрасы, что ли. Тимоша, встаем. Дежачки убирают. Ну уже к восьми стало быть, они здесь уже должны все убрать. Я скорее всего завтра так. Запах шашлыков тут. Сейчас будет, нам надо в кафешках шашлыки делать. Ну, скажем так, уже делают. О, собака. Ну, еще собачки.
С кафешки, где мы вчера собирались, там играет музыка. В рубрике. Мы сюда вчера собирались. Что там наши-то идут? Пойдем еще там кто? Киса. Киса? А. Да, да. Что-то далеко сидит, но темная еще такая. Да. Ладно, сейчас надо еще в магнит зайти и найдем все. Я эту собачку, кстати, на видео сняла потом. Это этого йоркширского, ну, как терьера, да? Она... маленького. А она там в сумочке сидела, и они, они мне сказали, сиди, она ведь вылезла. Там, кстати, какие-то волновались.